В минувшее воскресенье в России отмечался один из самых добрых праздников – День Матери. Отвлекаясь от повседневных забот и хлопот, в этот день женщины нашей страны принимают слова поздравления от своих родных и близких. А мамы Ленинского района услышали их чуть раньше, во время праздничного концерта, который состоялся в кинотеатре «Искра» города Видное. Подробности в репортаже Юлии Погосян. В жизни каждого из нас мама – это самый главный человек. С самого рождения она оберегает нас, заботится и дарит тепло. Но порой в водовороте жизненных событий мы забываем о значимости мамы. И, может, поэтому в году есть один день, когда все внимание направлено на нее. И этот день именуется День Матери. Мне хотелось бы, чтобы все женщины берегли своих мам. Чтобы все женщины уделяли своим детям столько внимания, столько любви, столько заботы проявляли о своих детях, чтобы дети были достойными гражданами нашего общества. В России День Матери стали отмечать относительно недавно, с 1998 года. И за это время он настолько успел полюбиться россиянам, что ежегодно в этот день по всей стране проходят праздничные мероприятия. Город Видное тому не исключение. Традиционно накануне Дня Матери в кинотеатре «Искра» организуются хорошие концерты, куда приходят женщины, живущие в районе. Большой зал кинотеатра всегда заполнен до отказа. Если не будет мамы, если не будет любимой мамы, не будет дочерей, не будет сыновей, соответственно, некого будет учить. Поэтому спасибо за то, что именно вы являетесь тем источником на Матушке-Земле, благодаря которому все в жизни развивается, в том числе и система образования. В праздничном мероприятии приняли участие видновские школьники. Учащиеся образовательных учреждений подготовили для всех присутствующих в зале женщин концертную программу с песнями и танцами. Человек, который самый родной, который любящий, все делает для нас. А для тебя что такое мама? Жизнь. Она меня любит. Она меня в животике носила. Быть мамой – это не просто статус, это профессия, стиль жизни. Надо иметь немало терпения и женской мудрости, чтобы сохранять уют и спокойствие в семье. Ведь от того, какая атмосфера царит в доме, будет зависеть жизнь ребенка. Тамара Краснова вырастила двух детей и точно знает, какой он секрет семейного счастья. Сохранять мир в семье, взаимопонимание. Чтобы воспитать в детях все-таки понятие семьи. Детки сейчас немножко ожесточились, отчуждение какое-то произошло. Надо предъявить им, всем постараться, что семья – это главное. Цените своих мам, ведь это единственный человек, который способен дарить счастье, не требуя ничего взамен. Юлия Погосян, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.